Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев накануне прибыл в Актобе. В ходе рабочей поездки по региону глава государства планирует посетить ряд социальных и промышленных объектов. Первым из них стала областная многопрофильная больница на 320 мест, введенная в строй в рамках госпрограммы «100 школ, 100 больниц». В структуре больницы имеется 29 отделений, 5 из которых являются единственными в области. В фойе главу государства встречали ведущие работники здравоохранения. Президент поприветствовал актобинских медиков и отметил высокую ответственность каждого на своем посту. Во второй день пребывания в Актобе Нурсултан Назарбаев посетит рельсобалочный завод, транспортно-логистический центр и новый торговый комплекс. Более подробно о визите главы государства сегодня в нашей рубрике «Подробности».